Привет, привет. Сегодня 43-й день у нас. И мы продолжаем выживание. Так, что мы имеем? Имеем какую-то одежку непонятную. Зачем она нам нужна, тоже непонятно, да? Так, имеем похеренное здоровье слегонца. И мясцо, которое сейчас сожрем. Кстати, надо посмотреть, что там с урожаем. В поле зреет урожай. Так, пистолет, патрончики, стрелы, стрелы, стрелы. Где же у меня стрелы-то, а? А стрелы-то что-то я не вижу. А, вот они, 123. Все, все на месте. Все хорошо. Так, пойдемте посмотрим наверх. Я вот не помню, я ремонтировал или не ремонтировал. Скорее всего, не ремонтировал. Ничего я. После набега, да, ничего не ремонтировал. Ну, в принципе, я сейчас сделал подлиннее, короче, все эти дела в два раза. У меня сейчас, по-моему, было 40 минут занимал день полностью, сутки, да, сейчас 90. То есть в два раза, даже больше, чем в два раза, чуть-чуть больше, чем в два раза. Так, что у нас, печки, печки, ничего. Надо, наверное, прогуляться. Что мне для прогулки надо? Дубинка, правильно, кирка нужна, топор, 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 топор. У нас все из стали, да? Я вот думаю, наверное, починить надо. Где у нас всякие штуки для починки? А, и нож нужен, да-да-да, и вот эта штука нужна. Я вот не знаю, лопата, наверное, вряд ли понадобится. Нет, наверное, не понадобится. Так, и металл, сейчас починим сразу, да? Я вот не знаю, кирку новую сделать может, а? По заветам Ильича, так сказать. Посмотрим рецепты, рецепты, рецепты. Steel Pickaxe. Давай сделаем новую. Да? Все, новую делаем. А старую... Так, ладно. Сейчас старую мы сюда. На переплавку. 264 у нас старая, да? Сейчас какая новая получится? Отремонтировать надо. Так, сталь дерева скинем обратно. Тын-тын. Сюда. Так, ключ. Ну все, пока там делается. Что так долго как-то кирка делается, да? Прям совсем-совсем долго. И я думаю, одежду я не буду брать с собой. Где у меня одежда? И даже я не знаю, где она. Ага. Вот пальтишка. А эту пальтишку мы можем разобрать. Можем? Можем. Топорик синий. Красивый топорик. Так. Пульки, пульки, пульки. Ну, пускай здесь будет. Так, ну и что? Разбираем, не разбираем? Ого! 13 штук появится кожа. Так, а где у меня кожа? Сюда скинем, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ушел зайчик погулять. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. О, наконец-то. Все, пойдем проверим сейчас урожай. Я вот думаю поехать в тот город, в котором я буквально недавно был. Там я не осматривал магазин. Так. Парам-п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 ам. Ну и давай замочек, чтобы зомбаки не угнали. Масса сыкл. Так. Ставим, понюхаем ладони. Это обязательное. В ритуале. Так, зря туда бензин закинул, да? Ну, мы, в принципе, сейчас... О, еще и лишний остался. Ничего себе. Так. Ну что, куда глаза глядят, так сказать. По вот этой вот дороге, там направо повернуть, да, и вниз. Она будет разрываться один раз и второй раз. Ладно, поехали. Покатились. Сейчас увидим, что у нас и как, и где. О, чувака надо убить. Иди сюда. А что это он опечалился такой? Ему взгрустнулось. Ха-ха-ха-ха-ха. Кстати, перышков бы набрать, да? И ничего он нам не дал.
Ничего не дал, ничего не дал. Так, где здесь поворот? Ага. Ух. Поехали, поехали в лес за орехами. Так, еще один красавец. Здравствуй, красавчик. Красавчик, лесоруб. В жбан попаду, нет? Попал. Ух ты, собака такая, а? Подло-то как? Ты что тут меня решил обойти? И опять ничего не принес. Вот засранец, а. Так, слушай, а там деревяшечка. Пенечек. Здесь у нас. А опять ничего нет. Что-то прям как-то неудачно начинается день, честно говоря. Я смотрю. О, вот это уже красота. Это синий дед. О, пришел. Такой типа, что тут было? А почему я промазал? Да. Такой, что за суета, суета, суета? Где-то здесь что-то произошло. Так, 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 так. Стой, собака такая, стой нормально. Когда он успокоится, скажите мне. Ой, что, зачем я выстрелил вообще? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не, он, похоже, так никогда не успокоится. Придется его вручную успокаивать. Режим ручного успокоения. Хач! 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 Хе-хе. Что за звуки ты издаешь? Сволочь ты такая, а? А это что такое? Трупецкий. Так, ладно, поехали дальше. Свинюшка? Свинюшка, здорово, свинюшка. Мясо нам нужно? Ну что такое, а? Вот живучая падла. Сейчас мы ее... Давайте ее задаем, давайте. А! Че ей надо? Ах ты ж собака, ты такая. Ой. Все, опечалилась она. Прям приключение вообще. В полный рост. Я аж упал. Я на свинье стоял, что ли? Так, мясо не будем вонять, да, тут? Разводить вонищу. А это мы скрапнем. Фиолетовенькие вещи нам нужны. А чё у меня один бинт-то? Это печально на самом деле. Надо еще ткани будет. А ткань как делается? Я почему-то поехал, кстати, это. Ткань делается всякой ерунды, да. Да, я помню. Поехал под вечер. Это вот как бы не самый умный был мой поступок на самом деле. Так, а где дорога, ребята? Где дорога? Вот дорога. Вот еще парень. Сельский парень. О, а что это я тебе? Пропускаю удары прям. Кстати, у нас сегодня день, когда... Ох, слушай, он вообще офигел, а? Это что, Мохаммед Али, что ли? Ни хрена себе он меня напихал, а? Я чуть не сдох. Это вообще была супер битва, слушай. Прям совсем очень-очень как-то неожиданно. Я не ожидал встретить такого мощного чувака. Чтобы прям он так дерзко и сильно мне напихал. Сколько он раз мне ударил? Раз 7, наверное, не меньше. У меня здоровья половины не осталось. Вот олень тоже дерзкий какой-то. Тут вообще странный биом. Кстати, глюки так и продолжаются эти. Ну вот куда ты поскакал, а? Сейчас там и сдохнет. Придется еще убивать чувака. Ай, что же делать с вами? Ладно. Поедем, убьем. Наверное, не знаю. Я так чувствую... Попал вроде. Промазал. О, господи. Я, блин, еще и не зарядил пистолет. Красавчик.
Так. Ты в поваленном состоянии. Еще два раза дубины пришлось его огорошить. Как-то прям весело. 50%, 50 хп осталось. Вырви глаз такой. О, вот Олежка. Я знал, что он далеко не уйдет. Ля-ля-ля-ля-ля. А сколько у нас время? 15:38. Слушай, как приятно, а что время? Сейчас бы уже вечер, наверное, был. Будь в обычном режиме. Гамму немножко поправил я, чтобы было веселей. Так. Нету красавцев этих. Ничего нету, а, бля. Прям какой-то неудачный выход в плане лута. Так, подожди, забрать надо же, да? Дыщ, мимо. О, с первого раза. А это что такое за дома? Церковь какая-то. Я чувствую, что далеко я даже не поеду, наверное, в город сегодня. Мне такое впечатление, что... Ах ты, сволочь ты такая. Блин. Так, ребята, ребята, что-то мне совсем... Не нравится это. Я сейчас сдохну. И мне видно это все шансы сдохнуть. Бинтиков у меня тем более нету. Ха-ха, три раза. Так, надо бинтики сделать хотя бы. Так, чтобы кровушку останавливать. Иначе как? Иначе никак. Так, и 28 хп. Ну, печаль, беда просто. Сегодня нам одежда одна падает. Нет, чтобы там патроны, оружие, запчасти. К оружию. Ничего. Так, церквушку сейчас, интересно, будет видно на карте или нет? Не видно, а где она? Так, я на нее вот так вот смотрю, да? Вот она впереди. Пойду я за мотоцикликом своим. Мотиком, байком. 29 хп. Это не пойдет совсем. Это не порядок. А как подлечиться-то, а? Бинтов нету. Мясом, что ли? Пожарить мясо? Та-та-та-ра-та-ра-та-там. Еда. Ну давай еду съедим, может быть, немножко получше станет. Так, это можно выкинуть. Это тоже. Это скрапнем. Эй, какой еще фейворит? Не надо на фейворит. Скрапнем. Скрапнем. Так, и надо мясо выкинуть. Это что, хожу, воняю? Так, вот так вот. Там он, я еще вижу. Еще пенек один. Что это такое? О, ягодки. Хо-хо. Семь перышков. Ох, веселуха, их веселуха, говорю, и кастрюля. Семь перышков и кастрюля, да?
Пойдем церквушку грабить, да? 31 здоровья. Нет, что-то как-то ХП маловато. Блин, что же делать? Что у нас восстанавливает ХП? У нас бинт восстанавливает. Бинт с плюсиком, с крестиком медицинским, да? А у нас восстанавливает ХП аптечки. И еда. Еда, 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 еда. Сколько у меня там? 68. Так, далее, далее. Камушков, камушков, камушков. Так. Убрали фейвори, да? Кэмфайр. А сколько нам? 8. Ну, давай еще разок. Скрафтим. Так, это надо разобрать. Тоже разобрать. И это разобрать. В принципе, это все не надо. Так, и это не надо. Так. Две ягодки я нашел. Вот такие вот пироги. 16,57. Я как гляну на время, так прям не сразу хорошо становится. Это ж просто прелестно, да? Так. Эй, что это? А, воду подобрал. Не воду, вернее, снег. Будущая вода, так сказать. Не знаю, пару кусков хватит. Давай три. Пожарим. Так. Так, и... Ну да, гриллит у нас не получится. Просто жареное получится. Съедим. Так, здоровье 8... Ой, еда 81. 94. Одного кубика, в принципе, хватило. Так, и попьем водички. 39 здоровья стало. Блин, ну это очень мало. Это на самом деле очень-очень-очень мало. Так, я там болею, да? А, сажать не могу, потому что я типа здоров. Ладно, фиг с ним. Я так и не нашел пустынный биом, кстати. А он бы очень помог. Я бы там насобирал этих алоэ, из которые можно с бинтом смешать, и получается. Так, он еще гнездо. Получается бинтик хороший такой, целебный. И чё? Это то, что я правильно думаю, да? Так. Мусор. Ой, блин, я забыл совсем. Таблетки помогают, ребята. Таблетки, все. Мы сейчас будем здоровы. Точно, таблетки. Как же я мог забыть, а? Ну как? Как я мог об этом забыть? А, белый порошок нам не нужен. Нафиг его? О, кепка сиреневенькая, глаза выколупочется. Это у нас синий был, по-моему, да? Там был зомбак, кстати. Прям вот за холмиком вроде как, да? Ага, вон он. Сейчас мы его сначала с арбалетиком пощекочем нервы. Там еще один. Не знаю. Ух ты, сложил его. Еще один на выручку бежит. Блин, шишка была, что ли? А, нет, это ткань была. Я подумал, шишка. А, это зомбак обычный. Оградку не может преодолеть. Там где-то курица мечется на заднем плане. Так, ладно. Пойдем на помощь. Поможем чуваку преодолеть оградку. Ну и заодно там устроим кипиш. Готов. Куда он побежал, не пойму. Спугался, что ли? А, он об, об, это обогнул.
так сказать. Готов. Еще один. Так, так. Ну, пока тут мечется. Разберем машинку. Разберем. Вообще, как красиво, да, фиолетовым ключом. Раз, два, и все, и нету машинки. Что-то ничего не дают мне вообще. В этот раз все очень печально. Так. Ну, это Ламберджек. Сволочь такая. Ой, как это я промазал. Блин, да что ж ты двигаешься-то так? Неудобно. Ой, придется подойти, а то что-то жалко. Прямо жалко. Ух ты! Запчасть. Сразу оглядываюсь такое. Никто не отнимет у меня ее, да? Так, у тебя что? Водичка, окей. Так. Прям, ну, вообще хорошо. Опять глюки вот эти вот. Дурные совершенно. Когда все непонятно как происходит. А, я, кстати, а нет, вот фара есть у меня. Отлично, сделаем. Светильничек. Пускай будет, да? Так, это мы, наверное, скрапанем. Светильничек сюда. Это скрапанем. Это, так, скрапанем. И это тоже. Кофе это туда же. И ягодки, в принципе. И ички оставим. Так. Так. И так, да? Ну, вот, смотрите, место освободилось. Немножко. Не. Вот так вот. После этого, может, чтобы я, когда слез, я был во всеоружии, так сказать. Так, стоп. Ага, что-то мало. В начале игры ты садишься когда, и гнездышки эти лутаешь. С каждого гнезда падает там по 15-20 перьев. По идее, вот тут, кстати, могилки можно раскопать, да, там, по идее, пограбить трупики. Что-то не хочется этим заниматься, это, наверное, как-то некрасиво все-таки. Ух ты, целый набор ножей, какой-то маньяк спрятал. Кусочек кожи. Та-та-та-ра-та-ра-та-та. Так, ну это пустая у нас получается. А серия у нас получается какая-то прям, ну, вообще грабительская, исследовательская, находки, короче, еще. Слушай, какая красота, там кладбище. Прям атмосферно сделали, да? Вот реально красиво, то, что просто кладбище какое-то. Здесь церковь, типа, там чуть подальше кладбище. Молодцы. Раньше это в городе. Единственное, что косяки все-таки с этим у них до сих пор есть. Вот, вот видите, как-то непонятно. С генерацией. Косяки с генерацией. А так, в принципе, вообще все красиво. Вот 14 перышков было. Это прям прекрасно. Это душу греет. Так, что у нас тут есть? Плиты, 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 перышки еще. Перышки, перышки, перышки. Не вижу. Ну ладно, пойдем в церковь заберемся. Та-та-та-ра-та-та-там. И, в принципе, после этого можно будет ехать домой, да? Что у нас тут? Библия будет? Нет, Библии нету. Какой-то квест очередной. Что-то вообще все пустые ящики. Все-все пустое просто. Абсолютно. И трупаков нету никаких. Обычно сидят там в зданиях трупаки. Бумажка. Ну что же. Получается, сегодня у нас такая серия получилась. О, гнездо.
исследовательская. Искали всякие штуки. Нашли, кстати, запчасть для пилы, что уже радует, да? Время 19:00, и сколько успел я за это время, да, получается, сделать всего. Каких-то зомбаков мне предлагают убить мужского рода. Так, где-то там был пенек очередной. Ну, 36 пороха дали. Но вот в зимнем биоме всегда хороший лут. Так, стоп, 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 я не туда побежал. Чуть не потерялся, а? Бывает же такое. Так, где мой байк, а? Вот он. Ну, давайте прокатимся еще туда вот. Там кладбище, там вроде должен быть сейф. Сейф и немножко лута, по-моему. Где оно было? Где-то вот здесь, где-то было кладбище. Ночь, темнота, кладбище, живые мертвецы, которые носятся. Что может быть страшнее, да? Но нам надо как-то выживать. И поэтому мы едем. И лезем в самое пекло. А кирку-то я... Так, так, так. Ох, я же испугался, короче. О, это какая-то здоровая церковь. Главное, чтобы тут сзади не прибежал никто. Ух, сколько их, смотрите. Тут целый, блин, комитет по встрече. Промазал. Они так орут, что я не слышу просто ничего. Там свинюшка броет. Дело в том, что я не слышу, ничего происходит, что сзади, позади меня. Как бы мне там никто не пришел сзади, пока я с этими парнями разбираюсь. Так. Ну и последний остался. Все. Вот теперь все. А нет, там еще одна броет, смотри. Попал. Сейчас прибежит. Ну, в принципе, после этого можно будет и домой. Пограбили. Да-да-да, бежит такая вся озабоченная. Готово. О, там еще и этот, ползун. Все, ползун тоже опечалился. Заходим. Это выкинем, это сразу превратим. Ха, красотка, да? Кусочки мяса валяются. А что это мне не пускают? Ого, лут. В принципе, стрелы не нужны. Да я так должен пройти вроде. Не, не пускаю. А, о, просочился. Ну, отлично. Так, еще того надо посмотреть, что у него там. А, это камушек. Камушек нам тоже, в принципе, нафиг не нужно. Это мы сразу скрапнем. Это тоже тогда. Ой, она замерзает начала. Ты посмотри, она наконец почувствовала холод. Так, дерево не надо. Это прочитать. А, прочитать я не могу. Ну и ладно. Какие-то, видать, ограничения. Тут даже свет есть. Смотри, электричество не выключили. Так, так, так. Туловище. Это хлопок, по-моему, да? Да, нафиг не надо. Выкинем. Так, здесь ничего больше нету. А
А вот и сейфик. Еще трупачок. Так, кто-то там ходит. Там кто-то явно ходит, да? Справа от меня сейчас. Получается. Сейчас выйдем, разберемся. Так, рецепт мы прочитаем. Основное заберем. Так, так, так. Справа от меня, это значит, вот здесь вот. Кто-то был. Только что буквально. Где? А, вот он. Промазал. Ну, смотри, он как бы нормально. А, не, не зашел. Не зашел, не зашел. Ой, промазал я. Ну. Вот это да, да? Башню ему отстрелил. Неожиданно совершенно. Лупасишь, лупасишь таких дубинка, а толку нет. О, там еще труп. Я его сразу не заметил. Как здесь светло в этом биоме, конечно. Не, ну здесь ничего у него не оказалось. Нас обманули. Так, давайте сделаем красивый вид. Церкви, снег, там все дела. Чтобы для фоточки было. Так, тут еще что-то у нас вроде. Не, это камень валяется. Красиво, да? Так, по-моему, F7 убрать. Красота. Просто красота. Ладно, ну все. На этом сегодня мы закончим, так сказать, наше приключение с 7 Days to Die. Нашли мы красивую церковь, красивый биомчик такой зимний, где все очень красиво сделано. Как бы мое уважение и мой, как говорится, респект разработчикам. Это действительно красиво у них получилось. Очень так тематически церковь, рядом кладбище небольшое. А вы, дорогие мои зрители, не пропускайте розыгрыш очередной игрушки Insurgency. Разыгрывается у нас там боевичок. Добро пожаловать, заходите, регистрируйтесь, вступайте в группу ВК, ставьте репост, лайк. Делайте репост, вернее, ставьте лайк. Вот так вот. И всем удачи, всем пока.